Знакомьтесь, это сбруя, а это осел, на которого мы сейчас ее будем одевать. Вот это настоящая точка для осла. А вот это мы будем использовать типа тачки, чтобы осел научился чего-нибудь тянуть. Пока что на голенько поставлю. Когда уже будет настоящий груз таскать, тогда мы оденем их какую-то подушинку под вес, чтобы тимочки не натирала ему ничего. Так, продолжаем нашу съемочку. Зафиг. Зачем меняешь положение и подводишь меня этим самым? Да, здесь вот. И здесь. Вот она, подпруга. Такая бдячая подпруга, скажем. Для серьезного седла. Вон, у нас пока тормозов нет. Значит, у вот этой вот сиделки, я поняла, предназначение быть фактически тормозом и направляющей для поводья. Вот. Когда с ковриком, его, конечно, затягивать удобнее. Мы пока учимся. И то, знаете, хватает. Так. Вот эту адскую часть в идеале, когда, конечно, нету, если осел свободен и не привязан, то ее очень можно прекрасно одевать через башку. Но у меня не тот вариант, а вот этот. Когда мне проще отстегнуть и снова пристегнуть. Кстати, штукенция, которая делает дополнительные дырки на мышце, у меня сломалась. Поэтому также доделать дырочки немножко, чтобы правильное положение придать тяговой этой конструкции. У меня, к сожалению, сейчас нет возможности. Так, вот эти направляющие. Куда ты поворачиваешься? Давай. Ам. Ам. У нас многие знают команду ам. А Маркус еще не знает. Ам. Ам. Ну давай, ам. Ам. Вот, ам, молодец. Ам, молодец. Тоже можно было бы отстегивать, потому что такие огромные, как у зайчика, уши. Эй, да куда ты там вытягиваешь башку свою? Что у меня делаешь? Неудобно. Чтобы мне потом пришлось монтаж делать. Вот, если уши расслаблены, то их очень легко вытащить. А если вот как сейчас он сжимает, типа ему что-то неприятно, но это очень хорошо стоит терпеливо, то, конечно, на порядок сложнее. Все. Мы до этих пор очень хорошо научились с Марку одевать, снимать. Вот это вот все. Где самое? Вот эта конструкция. Взять тачку. Взять, чтобы не увидеть. Ну, а я потом. Тоже
надо модернизировать маленько. Нет, все, тачку я подцепила. Теперь вот эту красоту. Вот эту красоту мы одеваем первый раз. И, конечно, сейчас у нас это будет в удивлении маленько. Чтобы было проще снимать, одевать пока на начале. В начале порах я сюда подцепила резиночки. Потому что это будет морока такая. Будем себе снимать и одевать. Все. Готов. Общий обзор. Общий вид. Куда пошел? Эй, чудачок. Сейчас будем на дороге. Прям сразу будем учиться. А, и тут еще один ремешок. Непонятно для чего. Но я его придумала завязывать впереди. Причем, так как я вам сказала, у меня дырокол сломался. Вот здесь вот. В этом месте. Мне не хватило сделать дырочек. То этот мне вообще пришлось завязать узлами. Но это так, временно. И я его придумала завязывать впереди. Вот это, по идее, тормоза. Пока что хорошо, у нас получается только так. Когда я иду впереди, а если меня нету впереди, я ему подаю команду сзади, это оказалось очень страшно. Как вы догадались, это не первая наша ходка. Вторая. Вот. Но сейчас первый, ладно, я с ним ходила, а сейчас мне хочется его научить, чтобы он случился сзади команды, чтобы обращал внимание вообще, что я тут есть. И мы будем, конечно, работать над этим прямо сегодня. Поворот, поворот, Машка, поворот. Здесь уносит даже такую тачку. Здесь просто шины уносит. Интересно, как будет себя вести настоящая тачка. И все же я решила в недрах вольера с поводьями заниматься, потому что на дороге он сильно шугнулся, еле удержала вообще. Хорошо, что амуниция новая и выдержала такой натиск. И с его стороны, и с моей. Так, мы в вольере. Сейчас я задам траекторию. Один круг я впереди, а потом перестроюсь сзади. Маме. Браво. 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 Шумная, блядь, лошадь. Иди хорошо. Марко,
Стоп! Хрен он положил на мою траекторию. Так, ну что, думаю, у нас скоро что-нибудь получится. Для меня это тоже откровенно новое занятие — управлять животным издалека. Хотя вы помните, в моих видео я его уже учила, этого самого раннего детства. Пами! Пами! Пами, Марко! Всегда тачка испортилась. Теперь ее как бы модернизировать, доделывать. Все, я хочу сказать, осел довольно неплохо справился. Он вообще шикарный молодец у нас. Теперь можно снимать. Ну а теперь, так как занятие, то есть, закончилось, давайте все снимать. Так, снимаем. Снимаем мы. Начнем с поводьев. Фактически в обратном порядке от того, как мы все это одевали. Раз. Сняли. Первое. Так, снимем. Давайте снимем этот, чтобы не мешал, чтобы ушел этот самый главный дискомфорт для начинающего. Куда бы его повесить, чтобы выпустился? Ну, фиг с ним. Так, мы сказали, в обратном порядке будем снимать. Знаете, теперь снимем угловую часть нашей сбруи. Вот в каком порядке одевали, в каком снимаем. Спасибо, обратно. А, вот. Еще вот эти надо снять. Короче, Мару катающую сними, одень, сними, одень. Поэтому я говорю, надо что-то придумать, чтобы оно там на зажимах. Раз, два, быстро, потому что это... Может, оно и выглядит красиво, конечно, но морок та еще. Я бы сделала все на каких-нибудь застежках, пристежках. Отлично. Сразу застегнем, чтобы оно в непонятном полете не летало. Пока что. Я говорю, здесь надо придумать что-то, чтобы это как-то гораздо легче одевал и снимался. Я бы даже сделала какой-нибудь здесь. Ну, я что-нибудь придумаю. Я непременно что-нибудь придумаю. И теперь подкругу. Раз я ее завязывала с этой стороны, с этой же я ее и расстегивать. Хорошо?
Пусть даже это смотрите странно, но не папа же вам поворачивается. Вот и все. Вообще просто. Не так уж и сложно, как кажется. Ну а теперь вяжем Маркуса на выпуск. Какой у меня классический дебильский костюм сегодня. Синие штаны, красная майка. Потому что у нас 6 часов июль и 6 часов ноябрь. Утром жарко, вечером холодно. Я ориентировалась с утра на летнюю погоду, оделась по летнему. А потом уже что на ферме нашла, то и нацепила на себя. Вот и все. Спасибо за просмотр. Спасибо Марку за шикарную работу. Молодец. Ставьте Марку лайки. Он будет вам признателен, как и я. Подписывайтесь на наш канал.